Здравствуйте, люди, здравствуйте, нелюди. С вами снова я, с вами опять, ай-яй-яй. Не первый, но и не последний московский, а видеоблогер. Видеоблогер. И вы находитесь, мальчики, на моем каналчике, который называется и будет всегда называться «Московский обжора». А говорит и показывает Москва. Серега Резников, то бишь я, мальчики, на связи. А московское время уже, мальчики, по московскому времени составляет, обалдеть, половина, мальчики, шестого, да. 17 часов, мальчики, 30 минут. Без 30 минут уже, мальчики, 6 часов вечера. Без 30 минут, мальчики, уже 18 часов вечера. И это, короче, долгожданная дегустация, обжор, мукбанг. А знаете, значит, что? Да вот, значит, что. Вот на такую вот свеклу. Она в этот раз необычная попалась мне в Пятерочке. Я не помню, за сколько я ее покупал, но, может быть, рублей за 18 килограмм. Но дело не в цене, а дело все в том, то, что попалась просто безупречная, вкусная, обалденная, нежная, сочная и очень сахарная, сладкая, красная. Вот бывает, купишь свеклу, даже дорогую, где-то на рынке, ее жрать невозможно, она с горчинкой, она не, какая-то пресная, не вкусная, но это обалденная, правда, варил 2 часа. И вот я люблю не мелкую и не крупную, а среднюю, вот это вот средняя свекла, а то бывает огромадная, как это, блядь, апельсин, как грейпфрут, но это такая вот, такая средненькая, мальчики, чуть больше, я не знаю, мандарина, и это, короче, чесночка сюда положил, свеклу натер вареную. Вот, солить не стал, потому что вместо соли я положил сюда престижный майонез на перепелиных яичках. Живая еда, слобода, чесночка натер, мальчики, и очень много укропа. Укроп очень полезный, зеленый. Вот. Лука, правда, нету зеленого, а такой репчатый добавлять не стал. И заправил все это дело майонезом. Вы посмотрите, какая красота получилась. Особенно сейчас, в наше время, вот уже в преддверии новогодних праздников, Новый год, зима, вот, и надо обязательно кушать это, вот, как говорится, такие вещи, вот, укроп, свеклу, и видите, какая красивая получилась, обалденная на вид. Хлебушек отрезал вот такой вот, заметил, знаете, что я вот чисто случайно, хотя не читал, обычно вот я... В Ашане покупаю хлеб белый, но там я знаю уже пека от каждого дня, для каждого дня они делают. А в Пятерочках всегда для красной цены делала это, вот, нижегородский хлеб, как говорится. А на днях вот купил в Пятерочке красную цену хлеб, ну ел что-то какой-то вкус другой и какой-то резиновый. Ну правда вкусный, ну он мягкий, но какой-то резиновый, ну правда очень вкусный. Думаю, что-то не то, что-то не то. А потом глянул на производителя, и правда, я был прав. Так я и догадался, почувствовал, короче, уже пека стала, ебёнок, а раз делать, а для этого, как говорится, для красной цены, как и для Ашана, каждого дня белый хлеб. Ну не знаю, может быть, и у них еще как бы поставки от нижегородского хлеба не прекратились, не знаю. Но факт тот, что вот так вот. Имейте это в виду, красная цена каждый день, это вроде как громкая фирма, но делают ее по-разному, потому что у них дофига всяких производителей. И вот я сегодня буду, знаете, что это жрать? Ой, я уже вздыхать начинаю, потому что такая вкусняшка. Это самые престижные консервы Доброфлот. Ну еще Пять Морей хорошие, вкусные консервы хорошие, а мамоновские, но эти вообще одни из самых лучших, это Доброфлот, делают прямо... На корабле Всеволод Сибирцев, да. И у них там плавбаза есть, вот, Всеволод Сибирцев, это если стоит номер П08. И номер, если 13, это АО Южморрыбфлот, завод номер 13. У меня там на дне банки выбито П08. Это значит то, что это Всеволод Сибирцев. Как же у них там вообще, как же они работают, вкалывают вот на этом, на плав этих вот, как говорится, кораблях, там эти плав, такие базы у них, добывают рыбу, ловят прямо в море, все это делают на корабле, у них корабль, завод прямо находится в корабле, там у них чего только нету, я посмотрел видео, вот зайдите на сайт Доброфлот и оцените, как они трудятся, молодцы, респект и уважуха, это самые лучшие консервы, вот Доброфлот, у них там чего только нету, и сардина Иваси, и скумбрия, и это, как вам сказать, это и даже икра красная бывает, только, правда, ни разу я ее не видел, не пробовал. Но вот такую я сегодня буду дегустировать.
Еще селедка у них очень вкусная. Видите, какие одни только консервные банки, как сделаны. Качественные, очень красивые, такие матовые. Вот. Видите, сделано морем, сделано в море. Это самые лучшие консервы, мальчики. Они самые дорогие. Вот. Но они очень вкусные, битком набита рыба. У них там все очень строго на предприятии. Даже если, например, что-то как-то не так будет битком набита банка, то контролер сразу увидит и это исправит. Битком набита, жижи вообще практически нету. Одна только рыба. Они дорожат своей репутацией, потому что очень вкусно. Спасибо то, что выбираете качество. Видите, с ключом баночки всегда аккуратненькие, ровненькие, хорошенькие. Но бывают только такие случаи, когда просто немножечко соли как бы переборщат, а так очень это консервы, эти самые лучшие. Лучше уже просто не бывает. Это не реклама, это мой правильный выбор. И у них особенно самое вкусное, а вот морская капуста в ламинаде из морской капусты, дальневосточный салат. Здесь 220 граммов, она сейчас дорогая, но она самая дорогая из всех. Ну, она, опять же, битком набита, и у них необычная своя рецептура. Они в состав ложат корицу молотую, а корица перебивает и все вот эти вот неприятные запахи тины, щуки, и она рыба не пахнет, и она битком набита, и очень вкусная. Тем более, это капуста в ламинаре японская, мальчики, шинкованная. Ну, то есть, вот такой вот салат. Я вот открыл сегодня банку. Полбанки сожрал, и вот полбанки оставил, чтобы с вами поделиться. Посмотреть, как он только выглядит. Как все выглядит культурно. Запах стоит вообще обалденный. Запах корицы. Очень вкусный. У них очень все густо всегда. Все ровненько, все хорошо. Поэтому попробуйте вот такой салат. А салат вот сделали, знаете где? Тут стоит номер уже 13. То есть это получается Южмор Рыбфлот. А это вот все вот сибирцы. А вот сардины и лоси я сейчас при вас открою, мальчики. Вот, очень легко открывается. Берете вот так за язычок, ключик, вот так вот раз, такой хлопочек, вот уже открыл. И вот так вот на себя, мальчики. Вот, немножко маслица потекло. Ой, битком набита вообще, хоть и она натуральная, у них еще в масле есть с добавлением, но вот эта натуральная, она как в масле. То есть вообще просто обалденно. Открывается очень легко. Всегда все ровненько. Вы видите, как я открыл? Какая рыбка. Надо только салфеточку взять, а то я руки испачкал. Очень они делают на совесть. Это вообще, ребята, это самые лучшие консервы. Я вас уверяю, потому что... Посмотрите, какая рыбка. Вот этот сок я весь выпью. Битком вся уложена. Вот, смотрите. Обалденная. Без всяких привкусов посторонних. Такие же они молодцы. Вот даже не поленюсь, камеру сейчас опущу, чтобы вам показать. Потому что, ребята, я очень стараюсь всегда. И все всегда показываю. Вы видите, как битком набита рыба. Битком набита. И даже вижу, там икра с икрой попалась. Это дорогого стоит. Это вообще просто... Очень вкусная консерва. И она очень полезная. Врачи, даже диетологи, и не только, говорят, что достаточно, не обязательно рыбий жир принимать, таблетки, капсулы, все такое. Достаточно банку в день съедать сардины и лоси, или сайры, селедки, без разницы. И вы получите все необходимые микроэлементы. Там и цинк, там и омега-3, и витамины, там В6 разные. Вот я, рыбка всегда битком. Ой, ну что ж, красивая, красивая. Это вообще... Очень вкусная. Она очень жирная. Обалденная. Как я рад, что я купил столько банок. Самые лучшие консервы. Желаю счастья, здоровья всем работникам Доброфлота. Храни вас Господь. У них там даже на корабле есть фитнес-зал, спортзал. Лазарет еще есть там. Вот. Это там, где врачи у них. Зубной кабинет. Ну, то есть, у них там все оборудовано. Ой. Так они там работают. Очень работа сложная. Обожаю я эту фирму.
А свекла вообще сладкая, сочная. Видео будет длинное, мальчики, минут 40, не обессудьте. Обалденно. Кусочки все ровные. Сочная. Не сухая. Знаете, бывают консервы сухие. Натурально. Они дорожат своей репутацией. Никогда не добавляют туда никакие консерванты, никакую химию. То есть тут только соль, масло и рыба. Ну и специи. Там лавровый лист, перчик. Никакой химии. И мне вот даже хейтеры позавидовали, мальчики. Когда я 30 банок купил по суперцене, начали уже зависть свою желчь показывать. Типа, где-то на кто-то видел, что типа где-то эти консервы по 40 с чем-то рублей, по 50 с чем-то. Идиоты, таких сейчас цен нету. Это было 100 лет назад. И то только один день. Эти консервы по 140 рублей выше. Это я взял по 70, потому что повезло мне. И то это акция была, тайная акция, тайная. В магазине такой цены не было. В Дикси, у них там 140 висело. И люди брали по 140. А у меня это приложение, это Дикси, и там вот тайные эти скидки акции есть. Вот поэтому я... Мне по 70 рублей продали, а так она стоит 140. В Ашане тоже дорого. И вот эта морская капуста мне очень нравится. Обычно дешевую купишь капусту рублей за 30, за 40. Там половину воды выльешь. И там запах у нее неприятный. Тиной воняет. А это она, доброход самая лучшая. Там корицу добавляют. Она, сама вот эта капуста необычная. Японская. И она очень это, вкусная. И вот когда дешевые консервы покупаешь, для того, чтобы эти запахи все перебить, запах рыбы, запах щуки, тины, ряски, нужно добавлять подсолнечное масло с запахом, либо лук репчатый, лук. А сюда ничего не надо добавлять. Она уже без всяких привкусов. Но капусту любую нужно кушать аккуратно, потому что бывали случаи, когда попадала жемчужина, жемчужина, ракушка. И вот ей можно порезать себе все внутренности и зуб сломать. Давно я какую-то дешевую капусту покупал, морскую, мне попалась там, камушек попался. А вот в этой, в Доброфлоте, один раз только попалась мне давно. Маленький кусочек лески. Но леска... Ничего страшного, потому что там это ее леской вылавливают. А так это ее промывают. Она очень хорошая. Ой, как вкусно. Я когда кушаю что-то вкусное, я начинаю вздыхать. У меня в этот момент происходит оргазм душевный. Я как будто кончаю и начинаю вздыхать. Очень вкусно, потому что... Обычно мне хватает даже... Такой полбанки сардины и васи. Но сегодня решил специально при вас открыть, чтобы съесть целую банку.
Всем донатерам привет от меня. От А до Я. И с наступающими вас новогодними праздниками. Но видео не буду длинно делать, это я уже за кадром все-таки доем, потому что это минут на 40 точно затянется. Вот такая вот еда у меня сегодня, попробуйте. Очень вкусно, морская капуста, свеклы с чесноком, с майонезом, слобода. И сардины Василий Доброфлот. Натуральная капуста, видите какая? Вся отборная, ровная. Очень красивая. Все, всем пока. А всем донатерам респект и уважуха. Было вкусно. Я буду это наслаждаться сейчас.